объем покажет именно силу, но по массе у Димарика преимущество есть. По силе, ну, скорее всего, по силе тоже сейчас преимущество. Перекус будет? А вот сейчас перекус, да. И смотри, какой эксперимент. Ты запомнишь, что 20 сантиметров напряженно? Да. Если ты сейчас делаешь это упражнение, или он, или я, мы сделаем упражнение. Они больше там. Они станут на 11 или 2 сантиметра больше. Кровь накачает. А это лучше будет? Это временный эффект. Больше, блин, фиг его знает, лучше, не больше. Если ты сможешь вот эту вот крепость сохранить, то круто. Это значит большая мускулатура, это значит ты сможешь больше на крови прокачивать, какую-то там веса взять, еще что-нибудь такое. Здесь знаешь какая штука? Есть очень большие... О, сейчас такой момент один скажу. Например, есть сила, которая подразумевает мощь. Например, вот кто-то силач очень большой, 100 килограммов дяди там или тети. Они носят тяжелые вещи, могут куда-нибудь даже там 300 килограмм толкать, носить, все. Но они, например, не могут быстро пробежать. А какой-нибудь дядя или мальчик, или тетя там, или девочка быстро бегают, но они сухие, они худенькие. Вот как бы как здесь, это у них, значит, у них сила определяется в скорость. То есть у них сила, она выносливость дает скорость. У меня носки порваны. А ты в конкурсе, ну, я тоже в конкурсе дырявых носков. Не, у меня прям нога. Дай массу сдавить можно просто человека и все. Ну да, массук, он может лечь какой-нибудь крепыш там и все. А другой, например, который не крепыш, да это бывает потом, переоденешь, он возьмет и это пальцем проколет глаз. Да. Или ключицу оторвет. Был такой... Делай. Ты давай делай, я пока перекус приготовлю. И, например, был такой дядя... А вот если я 20 раз делал, будет на один больше прокачать? Я не знаю, здесь надо, чтобы ты поэкспериментировал с этим. Только прямо спинку, ножки прямо и пошел. Попробуй 20-ку, да. Дыши только, дыши, сейчас пока сделаю. У папы потом спросишь или по кино сам посмотришь по интернету, был такой дядя Брюс Ли. Он такой дрался там, умел отжиматься на одном пальце, там всякие... На одном пальце, представляешь, прям отжимался. Там как разные другие тоже крутые такие люди. Говорят, у него была груша, вернее, набивной мешок боксерский. Я все сделал. 20 сделал? Да. Тебе надо потом сделать будет 18, либо... Тихо, Диман, аккуратно. Либо тебе надо было, смотри, цифры сделать. 50, 40, 30, 20, 10, либо 20, 18, 16... 14, 12, 10, 8, 6, 4 и 2. И вот у него был мешок набивной, боксерский. Как у нас вот есть бревно висит, только у него мешок висел. Говорят, этот мешок был весом 100 килограмм. И он его вот так бах-бах бил там, и он мешок это шатался. Но это я на видео смотрел, что-то на 100 килограммовый не похож. Какой-то он на ватный какой-то похож. Еще говорят, он мог гантели, гирю держать 32 килограмма, прикинь, на вытянутой руке. Вот это у нас 16 килограмм, блин, ну это жестко, конечно. На вытянутой руке 32, это как взять тебя на вытянутую руку? Плечи качать можно. Да не, не. Ха-ха-ха, я даже не буду браться. Нет. Ну ты понял, да, Диман, ты этого Брюс Ли, этого дядьку, ты видел? Как бы не сказать, что он в одежде, он как бы как мы такой, просто даже меньше. Он был ростом 1,70 м, что ли, а весом 50 там, да, 50 килограмм. На две попробуй на двух руках взять, на двух руках хотя бы. А это 32 килограмма, прикинь, на одной руке. Ну тоже. Он вытянул. Типа да, но это, знаешь, это как бы, мне кажется, это сказка больше. Так у меня может быть. Сказка? Нет, такое может быть. Я видел сильных людей. У нас в армейке очень, ну они там были не 50 килограмм веса, там ребята по 80 килограмм весили. И они очень сильные, очень жилистые. Не как силач какой-то, как жирненький, а прям вот жилистые такие. Ну взрослые ребята. Я самый маленький был, самый маленький, самый младший. Мне было 18 лет, я весил там 60 килограмм. Ну, я всегда 60 или 65 такую. Один раз много. Я... 60 килограмм, да это немного, это наоборот, это, ну, не очень мама, много. Моя мама в 41 год так весит. Ну, я поздравляю твою маму. Я самый большой весил. Вы весите? Сейчас я вешу 60 килограмм. Но с моим ростом, вот смотри, например, у меня рост 1,76 м. Мне надо, по идее, для хорошего... как это, баланса, порядка, я должен весить 76 килограмм. Неплохого? А вот сейчас я не очень много кушаю, много занимаюсь гимнастикой, и поэтому вешу 60 килограмм. А у нас ребята были, рост, например, 1,70 м, 1,80 м, и они весили по 80 килограмм. Это не 80 килограмм жира было, это, блин, Димарик, это реально мускулатура была. То есть,
что-то с чем-то. Ну и ребятам там, я прикинь, я свой 18 лет, там было парням 23-25 лет. То есть это прям реально взрослые дяханы такие матерые. И вот вся моя молодость проходила. Я 14 что сделаю. 14? На тебе, смотри, два эспандера. Пам-пам-пам-пам. Вот этот потяжелее, это для правой руки. Этот полегче, это для левой. Давай, пока ждем печеньки, кушанье. Они ты начинаешь жамкать их, да. Сам пожамкаешь, еще дожди Марику. Я не могу даже легкие. А ты знаешь как, не надо их прям сжать, ты пальчиками просто делай все, две руки возьми и две руки делай. Один будешь жамкать? Миша, а что такие тяжелые у вас? Тяжелые разве? Да, для вас легко. Да нет, для меня тоже тяжело, я специально так подумал, что может быть ты сильнее меня. Не может быть разве ты сильнее меня? А что-то качается, когда я так делаю? Да, хват укрепляется, руки укрепляются. Вот смотри. Больше висеть буду? Ну не только, висеть, не знаешь какая штука, здесь висеть неприятно, здесь висеть больно. Оно же потом опять. Ой, фигасим. Сергей Геннадьевич, потом мышцы пропадут. Я его не увидел. Потом мышцы все равно пропадут. Улетел. Пропадут мышцы? Ну конечно, смотри какая штука, смотри вот сюда. Вот это, видишь, я руки сжимаю, да. Смотри сюда. Так же у тебя будет, вот так же, смотри. О, видишь? Да. О, это вот это укрепляет. Хват, например. Хоп, хоп. Ай, больно. Да? Хоп-хоп. Я прям чуть-чуть еле нажал. Представляешь, прям еле нажал. А сильно, сильно. Не хочу. Ну сильно, наверное, вот. Посмотри. Я не знаю. Дай попробуй. Да не бойся, дай попробуй. Это сколько килограмм эспандер? Не знаю. Диме попробуйте. Диме? Да Дима он сейчас, это я заплачу его сжимать буду. Мне больно будет. Я его буду сжимать, и мне будет больно. Да не переживай, на вот две. Вот ты смотри, как он делает. Да ты возьми две руки, одну в одну, в одну, одну в другую. Нет, так одной. Ты понял, что он творит? Ты понял, что он творит? Ты говоришь, Диме больно сделать. Он сейчас нас он взглядом своим просто их сжимает. Сейчас, ладно, парни, пока делаем. Ладно, пока гантели. Сейчас гантели пока качаемся, сейчас я все приготовлю. О, жарко. Нас, ну ладно, женщин нету, можете футболки это. По желанию, да. Ну, если мам нету, тети никаких нету, можно футболки снять. Когда тети придут, надо футболки будет одеть. Ты будешь снимать? Да. Я тоже. Я тоже, наверное, сниму, там жарище. Можно, парни, если хотите, можно умыться, сходить, там что-нибудь такое. Семен, можешь А где интернет-то? Можешь Спасибо на этот рельефный пресс. Семыч накачался, он 5 минут, да? Ой, сколько? 15 минут он делал пресс. 17. 17 минут? 18 минут он пресс качал. Ну, нормально, у него и косы, у него и группе даже. Димарик, он год вместе с тобой, он год здесь в зале впахивал. Димарик, правда, 3 года впахивает. Семен 2 года, но все равно. Только, Сем, а куда ложить? Повесь, пожалуйста, где вешай, как у нас на вешалке вешали? Можно, да. Только сложи. Не надо, даже сейчас мокрая. Да, она сомнется. Повесь, аккуратно, она высохнет заодно. Сейчас палец, телефон заряется, а то что-то он потупливается. Так, эспандеры не нужны, Сём? Пока убрал, сейчас я прям кушать все приготавливаю. Будем праздничный праздник делать, да? Пока качайся гантельки, ты можешь, знаешь как, ты можешь поставить стул, сесть напротив зеркала. Вы сейчас тоже снимете, да? Да, сесть напротив, ну жарище, потому что смотри, поставить стул, вот так вот сесть напротив зеркала, смотри, вот так ручки взять и хоп. Хоп, чтобы ты мог видеть игра, как у тебя мускулатура движется. Только, Семен, не торопись, и спину, пожалуйста, держи ровно. Сам перестаешь хотеть все хорошо сделать. Вот прям со стороны кажется, что ты все хорошо делаешь, а в какой-то последний момент, как будто бы, знаешь, тебе не хочется это делать. Нет, я теряюсь немножко. А чем? С чем потерял? Почему? Там это 7 градусами. Сейчас. Сейчас, секунду. Во, у меня замах ногами не хватает.
Получилось? Все, давай еще. Поотжимаешься? Матик будешь стелить? Мат, нет? Может, постелим давай? Нет. 2, 3, силен. У меня парень, кстати, предложение можно сделать. Вернее, сейчас мы перекусим, и мы можем поснимать видео на какое-нибудь, например, 10 отжиманий от брусьев, кто сделает. Или там... 10! Тихо. 10 сделал? 10 подтягиваний. Нет. А что? Я пошел 10 раз гантельки. Давай, 10 раз гантельки. Все-таки ты решил пиццу сегодня гантельки. Все же, взял, Дима. Нет? У меня проблема, у меня техника все время меняется, у меня друзья говорили. Ну. Сейчас я этот сделаю, и нормально будет. Блин, вы знаешь, многие люди так цепляются за технику. Нет, у каждого будет свое исполнение. Ну. А вот в том-то и беда. У меня все время, я по-другому, по-разному делаю. Ну, ты ищешь варианты, а что тут плохого? Наоборот, хорошо. Ну, вот сейчас найду варианты, буду так делать. Все, я понял. Перешел, да? Сейчас. Это кто? А, я думал, на улице кто шумит, там ломится. Там дети с садика, там дети не хотят там на гимнастику из садика, раз увидели, забежали по окнам, прибежали, сказали, Семен бицепс качает! Раз там девчата прибежали, да? Сима, смотри, в окошко никто к нам не лезет? Нет. Шарка. Один, два, все. Аккуратно. Ой, я уже тут могу. Запрыгнул, вот видишь, а год назад и не мог. Вообще красавчик, Семен. Сейчас Димарь тоже красиво все сделает, и... Я могу, Дима, тебе еще одну улыбку сказать. Геннадий, да. Вы что, стесняетесь снимать? Нет, я просто забыл сейчас. Тут этот... еще один дегенерат появился, редкостный. Еще, мне кажется, даже жестче, чем тот был в комментариях. А, да, вообще просто, Дима, не при нем, там такая дичь просто, там такая дичь. Знаешь, мне кажется, это какие-то вот, ну, типа зарубежные какие-то сумасшедшие люди. Либо это нас про мясо писали. А? Там где-то про мясо писали. Там про все. И знаешь, что самое дикое может быть? Конечно, я вот так смотрю на почерки. Может быть, это какие-то заграничные, но у меня такое чувство, что это кто-то вот реально, как будто бы, кто знает нас лично. Это просто вообще крандец, там сумасшедшие люди. Нет. Все, Семен, иду, брат, иду, все. А вот мне можно по ладонке лезть, который я рану сорвал? Или лучше пока не лезть? По рукоходу? Да. А зачем тебе руку сейчас стремарить? На, иди лучше сюда, иди сюда. На, посмотрись кое-что. Сейчас пока я делаю пирожки, садись, присаживайся. На тебе. Так вот садись удобнее. Смотри кино. Ох ты. Это игра, но она, правда, игра не для детей. Это про стрелялки. А вы это смотрите? Папа, что ли? Я это играл. Нет, я тут ничего не пойму. А сейчас, погоди. Это папка или кнопка? Это колда королевская. Сейчас, Семен, это я просто тебе как мультик ты посмотришь. Сейчас, пока кушать приготовлю. А, ну позанимайся, я думал, может быть, тебе это, чтобы интереснее было. Можно выключить? Выключай, конечно, неси сюда.
Конечно, позанимайся. Да, сколько тебе раз осталось покачаться бицепс, накачать бицепс? Ага. Все я сделал там. Ты все сделал? Да. О, печеньки. Погоди, ловить. Печеньки ловить. А ты будешь печеньки? Давай сначала не печеньки ловить, давай сначала другие, которые не надо ловить. Не. Которые шоколадные медали. Не. Ты именно ловить будешь? А Дима? У меня пресса есть, я сейчас покажу. Пресса? Ну, конечно, Димарик, ты смотри, как одобрил, сказал, пресса мощная. И пресса, и бицуха, давай, подкачивай. Так, все, ну давай, пойдем. 10 отжиманий на пальцах. Ты так далеко, я туда не доброшусь, Семенович, наверное. Добро. Диман, давай перекусим. Димарик, Дим. Диман, давай перекусим. Волшебную печеньку, давай. Давай. И. Смотри, он одной рукой сейчас будет ловить. Оп. Красавчик. Готов? 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 Два отжимания сейчас он сделает. Ты смотри, что он. Готов? Да. И. Оп. Ой-ой-ой! Прости, Семен, прости, но здесь есть еще другие шоколадные медальки, ты не гони. Я не ловлю. Да хорош ты, не пережи. Я бы тоже не смог поймать. Я в хлопке. В хлопке? Давай. Нет. Сейчас вот это докушайте, и сейчас шоколадную медаль раздадим. Ой, а что ты на зеленом ешь? На зеленом? Но он там, он аккуратно ест. Ладно, сегодня не, народу не очень много, сегодня можно и не на зеленом поесть. А он, видишь, на покрышку, как он хитрый. Он садись рядом с Димариком, он на покрышке жует. Кто-то вчера или позавчера тоже кто-то из ребят, блин, жует, прыгает, все вместе. Хорошо, я заметил, но поругался. Потому что можно подавиться. У нас случай был, парняга на службе. Столовая, все дела, там, ну, так, в общем, у разведки там распорядок, ну, так не только у разведки, это вообще у служивых там все по распорядку, по времени, прям определенное выделенное время. В общем, вышел в строй и еще дожевывал. То есть строй вышел, еще дожевывал, бук-бук-бук, жует. Ну, и мы как бы идем там со столовки и бык-бык-бык-бык песню запевает. И он, и ему туда конец, то ли рыба, то ли хрен. Не знаю, что, в общем, сюда в горло. И он... Побежали опять в столовую, взяли корочку, это вам надо запомнить. Черный хлеб какой-нибудь, сухарь что-нибудь надо, оно проталкивает. И он костью подавился, представляете, костью. Это больно. Рыбная кость, прикинь. Ты рыбу кушал тогда, Семен? Косточки видел? У ней вот кости вот так. Она если в горло залезет, вот это горло, представь, кость. Вот так она съедается, и она, и все, она прям застревает, и все, ее надо как-нибудь там вот ее, ну, это не вообще плохо это, в общем. И все, и подавился вот он. Можно умереть-то? Да, задох... Там получается как бы судорога и спазм, ни вздохнуть, ни выдохнуть не может. Сейчас, идите, парень. Не, на деле ему даже обычный хлеб помогал. Ну, надо что-то, да, хлеб какой-нибудь, ну, знаешь, корочка там. Оно не то, что это сильно опасно, это паника просто начинается. Блин, ну, прикинь, человек вздохнуть не может. На, Диман, погодите. Вот от того и паника. Погодите. Я в детстве так конфетами давился очень сильно. Конфеты подавился? Ну, так. Эти сосачки есть. А. Я что-то не знаю. Он мне как до этого тебя держать не могу. Я как по спине вот так вот, чух, и она вылетела. Можно, да, похлопать. Че, а вот такую, Альпеллу? Да? Шоколадную медаль. Пойдем, Диман. О, она тоже бросается. Да. Ты прожуй сначала. Да, сейчас мы посмотрим. Опять 10 отжиманий. А, она только она квадратная. Нет, она круглая. Че, Димарик? Тогда сейчас интереснее хочу сделать. Ну-ка, давай. Нет, не система. Сейчас. На одной руке? Давай. И. Оп. Е-е-е-е. Молодец, молодец. Семен, а ты как? Блин, так ты далеко, недоброшенная. Готов? И. Ты прожевал? И, оп, ай-яй-яй, Семыч, прости, это моя вина, братан, прости, пожалуйста. Твоя. Твоя вина? Ну, никто не виноват, это, в общем, это. А ты куда конфету дел? Там лежит? Все, давай быстренько, ну, зато сильнее будешь. Я еще просто не очень хорошо вижу, поэтому я бы с радостью бы добросить. Там она, ну, не очень летает хорошо, и всякое. Тут еще разные есть. Я их уже нельзя ловить. Вот это вот ловить уже Яшкина сок натуральный, его не получится ловить, апельсин. А вот это Яшкин
тоже овсяные печенья, наверное, не половится. Их мы просто сейчас так скушаем, поедим. Давайте эту доедайте, есть еще. Так, так, так. И знаешь, эта скотина, что Диман где пишет? На тренировках, где вот ребятня. Сколько сейчас время? Много? 20 часов 30 минут. Где видео с детьми? Да. Сам прикинь. Вот там, да, я что-то смотрел, что-то уже забыл, там что-то такое было. Там Димарик, там в натуре извращуга, там прям этот, ну, жесть, просто я жесть. Я там что-то типа, что-то про мясо написал. Про всякое, да, 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 да. Блин, да. Про это же? Да, рожайте типа этому, да, да, мясо там, ну, сумасшедшие, мне кажется, какие-то там это, но... Не, мне кажется, знаете, как это можно расшифровать? Ну, нет, вот прям, рожайте мясо, как... Да. Типа, рожевывайте мясо, чтобы понятно было, как заниматься. Не-не-не. Рожайте мясо для убоя. Ну, как на скотоферме. Но прикол. По некому чутью. Но смысл такой. Можно все это, можно обратиться в кое-куда, и мне по вот этим IP всяким штукам могут узнать. Но знаешь, что самое страшное? Если узнаете, что это кто-то, вот кто-то из кого я знаю, это мне придется просто сделать так, чтобы потом башку его принести сюда и показать всем. Это мне так не хочется этого делать. Я так думаю, это какой-то. Еще кто-то из нас. Это человек какой-то в измененном состоянии, в злом, или в каком-то нехорошем, или пьяненький, да, начинает злиться. Семен, ну пойдем еще одну кусочек. Димарик, пойдемте. Так, какой шоколадный, Яшкина? С апельсином? Уж ладно, перекусим. Не, ее бросать-то это не надо. Ее надо просто так пожевать. Пойдем. На, Диман, бери. Не, на самом деле это все через YouTube нужно будет делать. Через как? Через саму платформу. Через YouTube? Mm-hmm. Можно пожаловаться, но я не хочу. Я... Одна штука, у меня есть хакерюги, кто могут одна, это сделать. Да? Вот. По одной, да. А но... жаловаться не то смысл, тогда еще больше будут писать, если что-то такое. Да. Так прикол, на нас жаловались, прикинь. Отвечает, кто-то кому-то ответил, вопросом даже, ну типа спрашивают, ты там сумасшедший? И на этот вопрос кто-то нажался на YouTube и прислал уведомление. Еще раз на вас пожалуются, и мы вам не дадим возможность писать комментарии. То есть вот такая вот тема, ну жалобщики. Я просто, знаешь, что вот переживаю? Что если сейчас мне пробьют информацию, и это укажется какой-нибудь Вася Пупкин, который сюда приходил, и которого здесь... Лилипуткин, да, и которого здесь обижали, и там что-то злился он. Это карандец. Это карандец. Да нет, уже цель понять, зачем ты делаешь. Извращенцы, Диман. Просто нравится обзываться на людей. Как кто-то иногда, знаешь, обзывается, говорит, ты дурак. А человеку не дурак, он просто умный. Ну там, или всякие разные, там, о, ты там такой плохой. Ну, как бы специально, да, это делает, позлить. Чё ты, Семён, у тебя вода невкусная, специально такую, да? А Семён скажет, да нет, у меня вода вкусная, чё ты ко мне пристал? Обыкновенно. Или обыкновенно, он скажет, да нет, невкусная, у меня вкуснее. А Семён скажет, а дай попробовать, он скажет, да не дам. Сём, аккуратно. О, нет, чё-то не хочу. Чё, штанги, Димарик? Статика. Статика? Стойте, Семён. Чё, братух? Ты готов первый на 10? А, молодец, выпрыгиваешь. На 10 отжиманий от Дусев готов? Сальто. Сальто, давай. А мы видео будем снимать? Да. Да блин, ну 10 что-то мало, 20. А сколько ты, ну давай по максимуму. 20. Ты сможешь 20 сделать? Ну, кстати, вот такие видео с испытаниями я заметил на канале, они больше просмотров набирают. Ну людям нравится, да. Людям нравится, когда нравится, когда как изо всех сил горок. То есть людям нравится, вспомни, когда кто-то падает. Когда кто-то кого-то бьет. Не про это уже другие люди когда. А вообще людям нравится испытание, конечно, интересно, как вот. Будем мерить, может, и наше. Погоди, надо сейчас мы в конце тренировки перед уходом замерим. Семен, ты сейчас больше всех нас мышцы сделаешь, и мы потом с Димой как жить будем с этим пониманием. Что ты в 5 лет, ой, в 7 лет ты больше нас мускулатуры. Ну как? Ну через 2 дня 8, он а, все. Кстати, да, уже 8. Ну ладно, все хорошо. Через 2 дня 8, он что-то слышит. А ты будешь на вот этом брусе перекладине? На вот здесь? На вот здесь? 20 раз. Давай, знаешь, у тебя будет 55 секунд. Вот за 50 маты тебе стелим, чтобы не упал. Беги, конечно. Нет, сейчас. Давай, запрыгивай. Сейчас. Когда ты примешь положение, скажешь и руку все. Руку подними просто.
просто когда тихо, 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 погоди, секундочку. Ну а как нужно делать? Ну так сидишь, руку поднял и спустил. Знаешь, как можно, Сем, можно по-другому. Ты можешь, ты можешь сразу принять положение, и я тебе скажу, начинай. Вот ты прям сразу примешь положение, прешься стойки. И я тебе скажу, начинай, ты будешь делать. Лады? Спинка только помнишь, ровненько спинку. Не, лучше тогда, чтобы в другом положении, чтобы спину было видно. А тебе как надо? Лицом или спиной? Давай лицом. Давай лицом, если что, я обойду, да? Давай. Готов? Стоп, секундочку. Принимай положение. Поехали. Ниже, ниже. Вот. Дыши. Взгляд вперед по возможности. Красавчик. Молодец. Живот напряги, спинку напряги, руки напряги, улыбка. Молодец. Через 2 дня день рождения. Молодец. 20 секунд. Еще есть время. Еще. Терпи. Терпи. Терпи пониже. Терпи чуть-чуть. Терпи, Семен. Все. Все. Давай. Молодец. Че, Диман, понятно? Димарик со спины давай. Вообще, ну, чтобы я тебя не смешил. Вот так вот лучше. Давай. Будет половина. Давай, давай. Бочина видно, как у меня руки. Да. Все правильно. Мы чуть-чуть. Семен, потом, если что, пересменим. Дима сейчас правильно подсказал. Надо брать угол, чтобы было видно и спина. И вот так. Стой, тихо. А зачем это? Чтобы видно. Ага, все, понял, точно. Ты же мне показывал, знаешь, или нет? Все, лады, пока. Еще раз всем здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, еще раз. Здоров, Серега. Так, Диман, готов? Ты сам, поднятие руки, и когда положение ты примешь? Когда положение. Давай, принимай положение, я тебе говорю, начали, все, нормалек. Все. Поехали. Фига, какой бодрый. Семен, он твой рекорд хочет побить. Но мы ему не позволим, да? Ты считаешь за ним все? Это что-то с чем-то. 20 секунд, Диман, молодец. Не торопись. 20 секунд, нормально. 25 секунд, не торопись. Терпи. Спокойно, спокойно, спокойно. 30 секунд, спокойно. Передохни, еще 25 секунд. Спокойненько. Спокойненько. Давай. Разнообразить. Смотри, что. Смотри, что. 45 секунд. Молодец. Семен, это он включил как раз такой вариант. Осталось 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Стоп. Чуть-чуть не успел. Семыч! А вот если ты Сергея Сергеевича бицепс проверишь, то и твой, и Димариковский, и мой, они там даже рядом не будут находиться. Ты, Серый, трубку так покажи. Смотри. Ты понял, что? Там 50 сантиметров. Там, как у меня нога, у него бицепс. И не твой 20 сантиметров, не Димариковский 40 сантиметров, не мои 10 сантиметров, они там даже вообще ни в как. Че, Семен, ну иди сюда. Теперь попробуешь меня запечатлеть. Будешь учиться оператором быть. Пойдем. Только палец в камере. Залезай сюда. Только палец. Залезай сюда. Только палец. Ой, палец. Палец не пускай. Смотри. Ну что? Сейчас тебе Димарик подскажет. Вот. Все, давай. Можешь так вот? И стараешься, чтобы у тебя камера вот в таком ракурсе центрирует по вот этому столбу. Видишь, как он? Сейчас, секунду. Когда я скажу поехали, тогда... Давай. Ну держи этот, чтобы не шаталась камера. Все. Ну, центрируй. Ну, нажимай. Можно? Да. Секунду.
что-то хруст. У меня сам хрустнуло что-то в руках. Это прям мышцы спины хорошо бегут. Че, теперь, Семен, подтягивание? Только, Семен, даже тебе говорю, двигай, зачем ты начал шатать? Нормально, это просто вот... Такие будем, такие будем. Да ну... Или давай взрослые подтягивай. Такое неинтересно. Давай взрослые. О, погоди! Вот на одной руке, вот так вот. Семочек, пообъясним вот так руками, а ногами уберешься здесь. Это четкие подтягивания будут. Попробуй, ножками упрись. Вообще будет четко. Готов? Стоп. Я не понимаю. Нет. А что не понимаешь? Вот обычно, да. Вот смотри, вот в этом подтягивании... Семен, ты что? Прости, это я. Будь здоров, Сергей Геннадьевич. Семен, благодарен Семену, наехали сразу. Это я. Нет, просто долго этим стоял. Он заулыбался тогда. Это вы поехали, вы поели печенье, а я этот заблудившийся пук позвал. Все, просто такие подтягивания, ты еще пресс укрепляешь, там у тебя ноги поднятые. Попробуй 10 раз, да. Поближе, поближе поднимите на руках. Ногами упирайся. Ноги скользить будут. Сними носки. Чтобы не скользили. Сними носки. Снимешь? Димарик ему ногу поранил, он не будет носки снимать. Тоже. Все, давай тогда. Сейчас получится, все, не переживай. Ты понимаешь, что не понимала, да? Да, ты упираешься. Да. Сейчас, все, ты посмотришь. Ты тоже лучше сбоку снимать, чтобы видно было. Со стороны на себя посмотришь, ты офигеешь. Да, для мускулатуры, там все четко будет. Давай. Ты сначала прими положение, пожалуйста. Поехали, говорите. Да, принимай положение. Принял? Да. Понеслась. Тяни. Блин, ты кажется, братан, как Брюс Ли. Давай еще, нормально, давай еще. Давай, Семен. Мы тут про этого Брюс Ли вспомнили, а ты что-то... Эх, ты Семочка. Нифига себе. Еще раз давай, терпи. Брюс Ли бы хотел бы таким быть, но не дорос. Терпи. Еще чуть-чуть, давай еще последний подход. Два и разок. Молодец. Сколько было? Сколько секунд, не знаю, но посмотри, как это интересно выглядит. Ты себя узнаешь? Да. Это Брюс Ли, серый. У него у Семена послезавтра день рождения. Нет, еще нормально. Семен, сколько ты исполняется? 8. Димарик, ты готов? Угу. 8 лет тебе будет? Молодец. Во второй класс переходишь, да? Да. Молодец. Так, еще один чем? Как? Второй класс. Вся жизнь впереди, да? Уже жизнь повидался. Все, жизнь повидался. Ты как дембель нёшься скоро. Ты до 11 Семен будешь класс учиться, не в курсе? Что, до 11-го? А вы тоже до 11-го? Я учился до 11-го, но знаешь, как бы назвать, я в 11-м я уже не появлялся в школе, и им стыдно было выгонять меня из школы. Сейчас я посмотрю. Давай, попробуй, ты ближе. Нет, ну это поделай. Давай, ходили в школу. Я хулиганин. Лучше ближе, Дима, поверь. Ближе, ногами упираешься, так наинтереснее будет. Все, не мешай. О, блин, Димань, ты даже в камеру не влезаешь. Нифига себе. Сейчас, погоди. О, нормалек. Готов? Поехали. Понеслась. Он в переднем висе хочет, Семен, ты понимаешь? Он хочет нас удивить в переднем висе. Но я думаю, это он удивит сам себя потом. Видишь, какой эффект можно сделать? Я, получается, двигаю камеры вместе с его движением. Еще, Дима, еще подход, еще давай. Ну, короче, такой широкий, он между брусиками, видишь, не влезает. Ага, ты смотри, что. Надо, привет. На тренировке. Надо еще удалить вот так. Нормально. 40 секунд, Дима, молодец. Как проходит. И последнюю сделаешь, уголок. Все? Давайте, кошку наберу. Молодец, на, посмотрите, парни, сейчас я Сергею Сергеевичу печеньки ему угощу. Под музыку? А там еще вот осталось. Сейчас надо ему что же поделиться с ним надо. Или нет? Или он обойдется? Что такое? Семен, тихо, Сема, братан, на груши.